начинаем разбор аккордов с баре. В первую очередь у нас будет ля минорный квадрат. Мы уже знаем, как он играется на нижних аккордах. Ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор. Как он играется с баре? Указательный палец на пятом ладу. Средний палец ему помогает. Остальные на седьмом ладу. Пятая, четвертая струна. Обратите внимание, я вот два раза ударил по аккорду и чуть-чуть приспустил пальцы. Не надо судорожно сжимать один аккорд, рука быстро устанет. Теперь после ля минора идет ре минор. Мы два пальца смещаем на одну струну вниз и добавляем третий палец на второй струне. И играем два раза ля минор, два раза ре минор. После этого идет у нас ми мажор. Шел ми мажор. Ми мажор с баре довольно сложно взять. Вот. Или вот так. Поэтому вместо ми мажора мы возьмем ми септ. Мизинец остается на месте. Безымянный палец на одну струну выше, на этом же седьмом ладу, а затем лесенка. Вот такая. Указательный палец вторую струну зажимает. Вот что получается. Можно с ре минора начать. Ре минор, ля минор. Безымянный палец остается на месте, мизинец на одну струну ниже, и также строится лесенка. Помним, ля минорный квадрат можно начинать как с ля минора, так и с ре минора. Важно, что он заканчивается на ля миноре всегда. Ми септ можно еще по-другому брать. Вот так. Разные варианты. Такой или такой. Кстати, что такое квадрат? Это минимальное количество аккордов и их последовательности, которые наиболее часто применяются в этой тональности. Большой ля минорный квадрат. Нужно нам выучить еще два аккорда. Это соль мажор и до мажор. Соль мажор. На третьем ладу берется баре и три пальца, так как если бы мы брали, например, ми мажор, но переместили его на три лада выше. Это соль мажор. Раньше мы его вот так брали. Это один и тот же аккорд. До мажор. Та же постановка пальцев, но на восьмом ладу. До мажор можно брать еще по-другому. Вот мы взяли соль мажор, а можно вот так вот. Как если бы у нас был ля мажор, но на три лада выше. Вот как звучит большой аккорд ля минорный. Или так. Ну и затем, как мы знаем, идет малый аккорд. Чтобы закончить музыкальную форму. Итак, еще раз повторяю. Ля минор, ре минор, соль мажор, до мажор, малый квадрат. Ля минор, ре минор, ми септ, ля минор.
ля-мажорный квадрат. Вот был ля-минор, это, соответственно, ля-мажор. Ре-мажор. Вторая, третья, четвертая струна на седьмом ладу. И затем перемещаем. Перемещаем на седьмой лад. И опять ля-мажор. Или так.